Очень важно. 15 января в РАУ состоялось открытие 9-го международного симпозиума «Оптика и ее приложения», который будет проходить на территории Армении до 19 января. Мероприятие приурочено к 80-летию академика НАНРА, главного научного консультанта РАУ Эдуарда Казаряна. С приветственными словами выступил проректор Российско-армянского университета по науке Паркев Аветисян, отметив масштабы и значимость деятельности академика. Это научная школа под руководством Эдуарда Муншевича сегодня привносит составляющую науку, современную физическую науку, огромный вклад. И многие достижения сегодня университета, его позиции, различные рейтинги, в особенности по научным показателям, это, безусловно, вклад научной школы Эдуарда Муншевича Казаряна и его блестящих учеников. В рамках симпозиума «Оптика и ее приложения» в течение нескольких дней будут проведены пленарные сессии, на которых с докладами выступят ведущие ученые из России, Италии, Армении, Польши, Германии, Франции и США. Темы докладов охватят широкий спектр вопросов фотоники, оптики наноструктур, квантовой оптики, лазерной спектроскопии и других. В первый день симпозиума присутствующие имели возможность познакомиться с некоторыми из них. Отметив, что мероприятие прошло в очно-дистанционном формате, организаторами международного симпозиума стали Вроцлавский университет, Российско-армянский университет, Институт физических исследований НАН Армении, компания LT Pirkel, Национальная лаборатория имени Алиханяна и другие.